Окей, с вами Шумики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Dark You. Как раз о ней я вам и рассказывал, что, скорее всего, нужно мне поиграть после, ну, перед прохождением Холода. Да, главное меню тут почему-то нету. Ну, есть в Escape. Dark You, вот игра как называется. Так, часики. Что у нас еще тут есть? Влево-вправо я только могу ходить. Ну, давайте тогда ляжем на кровать. Как она тут? А, на Enter. Так, окей, мы куда-то отдалились. Вот где пробел юзается. Ага, тут Enter нужно нажимать. Добро. Игруля на самом деле, как я говорил, логическая. Это, конечно, слоумо замедление не очень. А тут есть краса. Добро. Шестеренка, найди новый объект. Страшно обосрался. Так, мне нужно, получается, их три штуки, да? Ладно, поехали. Забираем шестереночку. А, то есть мне нужно вручную еще это делать. Сказать, что это сложно, то нет. Так, нет, стоять сюда. Так. Теперь вниз. Ну, не очень сложно, ладно. Только жалко, что тут не мышкой, а кнопками. Оно немножко неудобно. За счет этого. Так, найдена эмблема ключа. Шестереночка нам пригодится. А, тут и дальше можно пройти. А я нельзя дальше пройти. Странно. Ладно. О, как я еще могу сделать? Да, ну, с одной стороны, это психодел. Полнейший. А, здесь нужно две. Ё-моё, ладно, погнали за той шестеренкой. Погнали, значит, за этой шестеренкой. Так, какой-то парень, которого он боится.
Замечу, что у нашего главного героя темные глаза. А, ну тогда шестеронки и все предметы найденные, которые у нас будут, мы сразу не юзаем. Стоять. Переключаем. Мне вот это слоумо не нравится. Оно типа замедляет игровой процесс. Так, теперь я могу заюзать. Шестереночка. Шестереночка. Не, вернись, вернись, подожди. Типа я закрыл. Для чего? Нифига себе. Мне черепок нужен. Не, ну вот это на самом деле прикольная игра, потому что здесь используется окружающий мир. Так, тут еще есть кнопка с электричеством. Как я понимаю, я должен... А если они меня словят? А, блядь, они с пистолетом? Ладно, я понял. Так, а какие моменты здесь сохраняются процессов, какой нет? Тоже тогда вопрос. Так, ладно, эти я взял шестереночки с собой. Так, сразу открываем. Давай шестереночка. Давай шестереночка. Три шестереночка. Так, сюда же я могу подняться? А, сюда не могу подняться. Воу-воу-воу. Хорошо, что я закрыл. Манать. Ческая игра. Походу я пер... А, игра сохранена. Глава вторая разблокирована. Но мы с вами, походу, постоянно просто спим и спим. В доме у нас что-то меняется. Нужно всегда ожидать скримаков, на самом деле, здесь. Заметьте, что время идет не по часовой, а против часовой. Что это хотя бы за уровень? С поездом. Давай себе. А, мы в купе с вами. Тикет 2. Ну да, метро какое-то.
Так, давайте пока что пускай это будет. Так, старые наручные часы найдены. Так, теперь вниз погнали. Маленькие ключи. Окей. Может, где-то тут что-то было взаимодействовало. Фу! Ты ё-моё. Ладно, прохода нету. Давайте так попробуем. А, точно, смотрите. Так, давайте тут. У нас что-то было. А, здесь у нас ничего нету. Тогда так полетели. Ну, если что, мы, по идее, в его голове лазим. Потому что шестеренки и все вот это. Враги хер знает. По врагам фиг поймешь. Сюда. Ну, я не сказал бы, что игра сложная даже. Так, скримак. Я ожидаю скримака на самом деле. И... В чем прикол? Не ясно. Ладно. Скорее всего, об этом месте мне пока что нужно забыть. Тогда я пока что фиг знает, что мне делать. Все, я врубился. Так. Ты головой там не ударился? Вот. И у нас как раз есть ключик. Коробка спичек. Спички нам нужны для того... чтобы там, где темно, посветить светом. Я слышал какое-то дыхание. Не надо бежать. У меня плохое предчувствие. Нормально. У меня только единственное, часы есть. Нихера себе. Трейн. Буква Т в виде рычага, я понял. Игра только сохраняется, когда мы выигрываем. Поэтому, я думаю, лучше не сдыхай, да? Так, давайте я лучше так сделаю. Потому что если вдруг что, чтобы я полез наверх.
Смотри, здесь два варианта. Я могу туда пролезть, и, скорее всего, это конец уровня. Либо я могу сейчас пойти по верху. И я куда-то тоже приду. Секретный объект. Обнаружен. Нифига себе. Не, тихо, отпусти. Ладно, давайте я это пройду и посмотрим. Секретный этот. Ну, здесь ничего такого сложного не было, только что бегать не... Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Оглавление. По идее, вот первый уровень, второй уровень. Всего их тут 7. Ну, первое это обучение. Здесь мы нашли с вами одну, да, записку. Здесь у нас какая-то улица. Это что за дебилизм был? Улица, музыкальная фигня. Второй вид поезда, лифт и пещера. Ну, поехали. Так, я вижу руку. Что за рука? Активная. Обнаружена рука. Новый предмет, объект. Так, влево у нас никуда нету ничего. Рука. Парк. А, нам руки, короче, нужно искать, и они будут что-то нам открывать. Так, нам ключи здесь нужны. Вот этот сейчас момент прикольно сделан, слушайте. Вот это реально прикольно сделано. А, неясная фигня. Так, просто помойка. Так, ладно, здесь можно забыть. Здесь у кого здесь что-то можно сделать. И все. Кстати, там что-то вот есть. Так, здесь мне не пройти. Ясно. А здесь не хватает шестерни. Так, здесь мы не были. Здесь мы не были. Интересно, здесь один и тот же будет вид, а нет. И здесь с машиной еще нужно что-то взаимодействовать. Так, наверху лифт. На лифте что-то есть. С этой что на стороне есть. Машина. Автомобильный аккумулятор. О-о-о. Тихо. Может, сюда аккумулятор? Я на самом деле подумал, что это сиденье. Я что-то сделал. А, я понял, короче, что палки прошли. А это еще и на время, ёлки-палки. А, так оно подсвечивается, когда правильно делаешь. Если бы она не подсвечивалась, тогда да, было бы сложно. Но так как она подсвечивает, это не так уж и сложно, слушайте.
поэтому нормально. Так, сейчас еще одну руку повесим. А, ну они просто... Я понял, ладно. Мы еще не были вот... Вот так. Ладно, давайте сейчас сюда сбегаем. А потом в ту сторону. О-о-о. А, мне нужно типа успеть будет за время. Ключ от машины. Хорошо. Давайте я все равно сюда еще пройду, посмотрю, что здесь есть. Просто улица. Потом нам нужны какие-то шестерни. Так, поехали к машине, потом... Да, это со стороны машины. Ключи. Рукоять. Так, мы еще с этой, да, стороны не смотрели, что тут есть. Да, здесь шестерня нужна. Так, здесь у нас ничего не нужно было. Ну и пойдем, мне только в парк осталось как-то попасть. Готово. Ё-моё. Вот это какая-то чертовщина уже. Забинтованные, хромые. Но они не слышат. Рука. Стрелка часов. Не сложно, не сложно. Блин, можно было, знаете, просто проверить виды смерти. Так, давайте теперь думать. Стрелка часов и еще же я что-то, да, там подобрал, я уже не помню. Для чего они? А, рука, ладно. Стрелка часов для чего? Для чего мне стрелка часов? Здесь ничего нету. Что еще было неактивно? Аккумулятор, это мы делали. Лифт мы опустили. Ладно, эту сторону можно забыть. В этой стороне у нас ничего нету. В парке тоже у нас ничего нету. С этой стороны что у нас? Так, это... А, стрелка часов, все, вспомнил, тихо. Я вспомнил, вспомнил, вспомнил. Ну и все. А, там наполовину оно.
Ну все. Последняя нужна мне рука. Здесь, в принципе, выходит на две серии у нас, как я понимаю. Хотя нет, ладно. Готово. Секрета мы только не нашли, не видел. Куда можно так залезть было? А, мы просто с той стороны, либо с этой стороны вылазим, и все. Глава четвертая. 4, 5, 6. Кто-то на инвалидной коляске уехал. Блин, я не знаю, либо мы можем на этой закончить. Давайте я, короче, сделаю так. Я просто буду играть дальше. Если серия резко оборвется, то знаете, я просто их сделал по две. Если же нет, значит, я их просто объединил. Поэтому как-то так.